Йоу. Окей, чат, насчет музыки вы были абсолютно правы. Окей, я не знал, что здесь... как раз такая музыка, как мне нравится. Вот это то, что мне нравится. Ну, вы, я думаю, вы слышите треки, которые у меня играют на стриме. Огонь. Но она очень громкая. Мы ее сделаем чуть потише сейчас. Ну, блин, пока что это просто жесть. О, мой бог. О, да. Внимание, эта игра использует визуальные эффекты, которые могут вызвать приступы эпилепсии или другие проблемы у некоторого очень малого количества людей. Чтобы обезопасить себя, вы можете отключить эффект дискотека. Поставьте игру на паузу, выберите настройки графика, снимите палочку у эффекта дискотека. Что? Окей, где бит делся? Калибрация задержки звука. Нажмите стрелку вверх, когда услышите звук. Это займет около минуты. Нажмите S, чтобы пропустить калибровку. Так. Чего мне делать надо? Я сейчас смисплею настройку игры. Надо нажимать вверх на клавиатуре каждый раз, когда я слышу писк. По-моему, я мисплею. Чат, как я буду комментировать эту игру? Как я буду разговаривать во время игры в это, чат? Никак? Да ну, а чего мы... Что значит никак, чат? Нажмите стрелку вверх, когда увидите удар сердца. О, господи. Окей. Нет, я уже мисплею. Окей, это еще сложнее. Я мисплею. Я прям чувствую, как я мисплею, чат. Мне кажется, что у меня звук был лучше, чем вот это вот. Задержка звука 18 миллисекунд. Задержка видео 0 миллисекунд. Как у меня может быть задержка видео 0 миллисекунд? У меня не геймерский монитор. У меня монитор должен быть с задержкой 5 миллисекунд минимум. Знаете что, ладно. Enter, чтобы сохранить изменения. Что это такое? Готово, окей. О. Так, короткое обучение. Ну мы прям, короче, в игру прыгаем, потому что я не знаю, что происходит. Короткое обучение. Нажмите P, чтобы пропустить. Чтобы двигаться, нажимайте клавиши стрелки в такт музыки. Стойте. Мы сразу зайдем в настройки. Настройки графики и отключим режим дискотека, окей? Мы отключим эту дискотеку, чат, чтобы вы никто не упали в эпилептическом припадке. Чат, я вас спасаю. Оставь дискотеку, там ничего такого. Чат, мне сказали отключить дискотеку. Я не буду рисковать чатом. Вы мне нужны. Что я буду без вас делать? А вдруг у нас кто-то в чате? Оставь дискотеку. Чат хочет дискотеку? Сначала посмотри, как она выглядит. Так поздно будет. Когда комбо нажимаешь. Дискотека — это множитель монет. Окей, знаете что? Давайте играть. Дискотеку. Ты просто так тормозил на видео, что на следующий круг зашел. А игра решила, что у тебя супер реакция. Мыши бунтовщики. Спасибо вам большое за донат 32 сердечком. Спасибо вам огромное за поддержку. Но этот...
Ну чего хоть? Хватит смеяться, чат. Окей. Итак, как это работает? Мне нужно ходить в ритм. Правильно я делаю пока что? Every opponent has a predictable pattern, he said. Learn that pattern and you won't suffer so much as a scratch. Окей, это нереально. Нет, чат, мы не будем включать дискотеку. Давайте просто играть. Окей. Okay. Я стараюсь. Дайте мне пока что в ритм пойти. Окей? Okay? Дайте войти в ритм. Окей, okay, я иду в слизи. Множитель сброшен. Где русская озвучка? Мисплей. Палаш не очень-то острый, но он и в таком состоянии сможет расправиться с тремя врагами за раз. Капец. Ну, музыка огонь. Вот здесь ничего не могу сказать. Музыка просто супер. Я так понимаю, что враги движутся в такт ритму. Правильно? Чат хочет посмотреть дискотеку. Чат. Это вот эти, то, что плитки меняют цвета. Вот это и вся дискотека. Не, на всякий случай я это отключу. Это не настолько круто выглядит. Это не настолько круто выглядит, чтобы оставлять. Вот, если бы тут что-то было красивое, ну просто плитки мигают, господи. Вот это была дискотека, потому что сейчас плитки не мигают. И они еще моргают при наборе комбо. Я буду с вами честен, мы не наберем тут никакого комбо. Я просто буду ходить так. Что у меня есть? У меня есть бомбы, у меня есть палаш. Я буду ходить в ритм. По-моему, пока что идет неплохо. Окей. Я чувствую ритм. О, да. Вот этот мужик шарит. Вот этот мужик. Вот это мой стиль. Вот это я так пою, чат, в душе. Когда купаюсь. Соседи приходят. Сейчас в дверь, а я им говорю. Привет, Файлан. Пока что я могу сказать одно. Точно, если мне не прилетит 53 копирайт страйка на эту игру, я пару треков, наверное, появится у нас в плейлисте на стримах. Потому что треки огонь. Здесь ничего нельзя сказать. Слушайте, у меня вроде получается. Может, все не так плохо. Но я пропускаю примерно каждый третий ход. Мимо идет у меня, мимо ритма. О, я спас мужика. Что это значит? Подожди, а что, игра становится быстрее, что ли?
Тут свою музыку можно ставить. Йоу, Cryptof the Necrodancer под Рамштайна. Насколько это круто? Можно под кастомную музыку играть. Да, ну вопрос в том, что я не смогу на стримах лучше музыку поставить, чем здесь играют. Ну, ты не можешь на стримах ставить Рамштайн, потому что тебе прилетят копирайт-страйки. Песня закончилась, следующий уровень? В смысле? Я умер? Вы умерлите. Нажмите вверх плюс вниз для продолжения. Окей. Быстрый сброс. Посетить фойе и потратить бриллианты. Где у меня бриллианты? Два бриллианта. На что я могу потратить бриллианты? Я могу купить себе сердце. И сундук. Прекрасно. А этот мужик поет? Мужик, ты поешь? Мужик не поет. Я, насколько понимаю, игра этот ритм подбирает в зависимости от музыки. То есть ты можешь свою музыку добавить, и игра будет подбирать ритм. Фойе можно не в такт двигаться, но с другой стороны можно двигаться в такт. Подождите, а что значит песня кончилась? Как это работает? То есть если я не успеваю до конца трека, то заканчивается этаж? Ну круто, блин. Вот это новости. Множитель сброшен. По-моему, я мисплею где-то процентов 30 так-то сейчас. Обезьяна? Обезьяна, у тебя нет шансов. Слизи, но я начинаю понимать. Синие слизи двигаются вверх и вниз. Знаете что, я нашел, кажется, для себя способ играть. Мне нужно в определенном такт сильно бить по... Мне нужно сильно бить по клавишам. Вы, наверное, сейчас услышите, как я бью по клавишам. Что это такое? Вы получите предметы, враги становятся сильнее. Отлично. Где мои предметы? Йоу, большая мышь. Окей, у меня уже половины хп нету. Но у меня есть оружие, которое бьет по диагонали. Оу, оружие, бьющее по диагонали. Это же как... Это же как в Crown Trick. Если у меня будет оружие, которое бьет по диагонали, то я могу бить противников, а они мне ничего не смогут делать. О, да. Надо было в магазин зайти, наверное. Меня бьет обезьяна. Варлок, предметы слева. У меня есть предмет. Свиток. Как его использовать? Йоу, это наш мужик. Привет, батя. Я куплю ботинки. Следите за сердцем, оно бьется в тактике музыки. А рядом синие полосы. Если они краснеют, музыка значит почти закончилась, ясный уровень. И вас забросят на следующий. Дайте мне сыр и копье. Спасибо, Арактур, спасибо огромное тебе. Спасибо большое тебе за донат, 32 с сердечком. Чат, по-моему, у меня получается ужасно. То есть здесь надо... Что
Что будет, если я забью на ритм и буду просто как пошаговую стратегию играть? Как Crypt of the Necrodancer. Первый раз всегда так? Ну ладно, я вам поверю, чат. Спасибо за моральную поддержку. Свиток гигантизм. Предмет сыр. Я не понимаю, как мне использовать свиток. Okay, мне надо найти, как мне использовать свиток. Enter, Q, E, R. А, одновременно нажать вверх-влево. Все, понял. Вижу, одновременное нажатие двух клавиш активирует свиток гигантизма. Теперь я очень большая девочка. Что это за пять? Сумка. Пока что моя любимая часть игры — это торговец. Я лично переназначил активки на вас. Ну, так-то вроде не проблема. Враги двигаются, когда я смотрю на месте. О, это мимик. Йоу, сабля! Нет, дайте мне саблю. Обсидиановая сабля. Нет, можно мне саблю? У нее дальность! О, это автовин. Йоу! У сабли дальность 2. Считай, что дальнобойное оружие. 46 денег. Я пошел в магазин. Там чего-то было за 40. Что с музыкой-то? Окей, я потерял, по-моему, саблю. Дисплей. Эй, где копье? Ботинки зеленые. О, здесь можно копать. Принято. С таким управлением кидать оружие неудобно. О, мы мертвы. Откройте мне факел. Еще раз. Ботинки убили? А что делали ботинки? Я, мне вообще сложно сориентироваться. Но я начинаю потихоньку вроде бы что-то понимать. Главное не торопиться. То есть большинство случаев, когда я мисплею ритм, я слишком тороплюсь. Мне нужно медленнее нажимать просто. Золотой палаш. Когда такты палочки внизу становятся красными, окончание музыки. Факел. 2 к дальности зрения. Принято. Спасибо. Это Минотавр. Что мне подсказывает, что с ним лучше не связываться? Мы убили Минотавра. Йоу! Возможно ли такое, что я на самом деле умею играть в эту игру, просто еще не знаю об этом. Посмотрите на это.
Палаш слишком хорош. Так, здесь должен быть магазин. У меня 91 золото. Нет, яркий факел лучше, чем обычный факел. Мы с самого рождения все умеем, просто не знаем об этом. Думаешь, что так работает музыка-то? Ну не все же могут играть на гитаре. Ну в смысле, играть на гитаре могут все, но не все могут играть так, чтобы это можно было слушать. Яу, зеркало, огонь. Горизонтальная вспышка огня. Магия. Вверх, вправо. Голова. Видеть все предметы. Широкий замах. Не, мне нравится мой золотой палаш. На первое время нужно просто наслушаться музыки и играть по сердцу. Потом все будет автоматом. В разных комнатах можно выучить потерный номер. Танцуй так, как будто никто не видит. Шрифтов тени чердача. Спасибо, спасибо, Хитрохром. Спасибо тебе огромное за... Спасибо тебе громадное за донат 32. Благодарю тебя за поддержку. Танцуем, чат, так, как будто никто не видит. Ну, вроде начинает понемногу работать. Йоу. Это летающая корова? Что это было? Корова летает. Сыр? Здесь сыр. Мне, наверное, нужно кинуть бомбу. Йоу, два сыра. Сыр раз, сыр два. Взять кристалл. Сыр — это хилки. Нужен ключ. Тут, наверное, можно играть очень хорошо, если в ритме не тупить. Оп, дракон. Ху, мы убили дракона. Изи. Низкие цены в магазинах. Я начинаю понимать. Оп, я случайно съел сыр. Ключ сверху. Точно, спасибо. Потихо. Пожалуйста, пожалуйста, ведьма. Окей, нам нужен компас. Яблоко. Яблоко — это, наверное, хилка. Я не буду покупать красный меч. Мне нравится мой меч, который у меня сейчас. Что за рофлан игра? Ой, брат, не говори. Вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо, б. Мыши-бунтовщики, спасибо вам огромное. Спасибо вам громадное, мыши-бунтовщики, за донат 32 с сердечком. Благодарю вас. Что это дает? Копать на ходу. Не, не надо. Йоу, торговец. Мы сделаем круг почета вокруг торговца. Я не знаю, с какой игры у вас код. Может быть, из Mortal Kombat? Я знаю коды только на Mortal Kombat. Вниз, назад, Б. Это Sub-Zero заморозка. Оу, пошли толстые скелеты. У, Минотавр, бежим. Мне нужно уходить.
Минотавр глупый. Я глупый. Мы прошли два этажа. Я считаю, что это уже намного лучше. Окей, сколько у меня кристаллов? Два. Дай мне еще максимального хп. Погнали. Еще раз. Окей, денег нет, вы держитесь. Но с Минотавром я смисплеил. Мне нужно было просто отойти в бок. Лол. Знаешь что? Вниз, влево бомба. Я взорвусь. Оп. Для этого мы купили максимальное хп, а? Окей, нужно срочно сменить оружие. Стартовый кинжал меня не устраивает совсем. Я хочу, чтобы мое оружие било по диагонали. Я думаю, это то, что нам нужно. Если я хочу победить, мне нужно, чтобы оружие било по диагонали, никак по-другому. Это код Konami, самый первый чип-код в мире. Оу, мыши-бунтовщики шарят. Снова дракон. У меня нет бомб. У меня был план кинуть бомбу на дракона. Сейчас у меня план убежать от дракона. Я не знаю, что мне с ним делать, честно. Я пропускаю все такты, потому что я напуган. Окей, я понял. Вокруг дракона можно ходить. Ой. Должны его убить! Мы убили его! Хо-хо-хо. Оу, детка. А еще я летаю. Я не знаю, как это работает, но я летаю. Наверное, мы можем над пропастью где-нибудь лететь. Надо вернуться в магазин. Дракон ходит через раз. Ага. Принято. Значит, вокруг него можно крутить круги и бить его понемножку. Торговец, help. Мне нужно твое яблоко, мне нужны твои доспехи. Яблоко лечит 1 хп. Проверено. Ботинки левитации нельзя наступить на перемещающие плитки и шипы вроде. Ага, ясно. Желейки просто танцуют и никому не мешают. А ты... Если бы бунт не отложили, мы бы тебе задали. Мы же бунтовщики из партии зеленых. Спасибо вам, конечно, за донат 32 с сердечком. Ну, я бы не сказал, что желейки уж прямо никого не трогают. Желейки, они... Мы купим 75 на палаш. Желейки, они... Угрожают дикой природе. Они впитывают в себя всю дикую природу, которая вокруг них. Не надо защищать желейки. Мисплей. Мисплей на все хп. Нам конец. Бросить вверх-вниз. Я кинул кинжал, теперь у меня нет оружия. Оу, но. Я кулаками умею драться. Мисплей. Это была проблема. Мы сделаем быстрый рестарт здесь. Мерлин. Hello. Привет, Мерлин. Продай мне это кольцо. Пошли. Я пытаюсь слушать ритм чат. Я фокусируюсь на ритме на 100%.
Только ритм, только хардкор. Смотрите, как у меня хорошо получается. Йоу. Факел, благодарю вас. Нет, кулаками бить нельзя. Очень плохо. Значит, кинжал мы кидать не будем. То есть, если я кинул кинжал, я больше не могу ничего сделать? Простите, желейки. О, копье, отлично. У копья дальность 2. Мы пройдем сейчас далеко. Я буду грамотно использовать копье для того, чтобы не мисплей. Амулет Назара. Назар, спасибо за амулет. Чат, скажите мне, музыку надо сделать тише или нет? Делать ли мне музыку тише? Нет, не нужно. Нет, не надо. Нет, нет. Варлок, не мисплей. Нет, музыка прекрасна. Поставь актив предметы не на клави... на клавиши, а не на комбо, так гораздо менее мисплейно. Мы это сделаем. Это... чего? Я провалился в дырку. Слушать ритм это просто. Тыц. Да что я проваливаюсь во все дырки? Что происходит? Тыц. Спасибо, мыши-бунтовщики. Спасибо, мыши-бунтовщики. За донат 32 с сердечком. Я не понимаю, я провалился в две какие-то дырки. Там был дракон и куча противников. Я запутался. Но у меня было копье. Я думал, у нас отличные шансы. Потом пришли отверстия в полу. В эти проверено на плиты на полу, которые похожи на отверстия, не надо заходить. Методом проб и ошибок мы провели эксперименты, выяснили. Я слышу торговца. Вот он. Торговец, дай мне сумку. Варлок, моргай. Если я еще начну моргать, то у меня точно этот шарики за ролики заедут, окей? Имейте совесть, чат. Хотя бы можно я не буду моргать тогда. Раз мы уже в это играем, я хотя бы прошу разрешение не моргать в ближайшее время. Будьте благосклонны. Моргать в так? О, господи. А, попробовал еще, сразу мисплей. Окей, со скелетами я вроде немножко получше начинаю действовать. Скелеты поднимают руки. По-моему, это говорили в туториале, но... становится все более очевидно, что они поднимают руки. Оу, большой красный меч. Йоу. Окей, дракон пришел. Знаешь что, дракон? Лови бомбу. Я положил свой меч и взорвал свой меч бомбой. Я не знаю, как это случилось, но мой меч почему-то положился. Без понятия, как это работает. Ну, да? Мы убили дракона из плюсов. Моргнул, походил, моргнул, походил. Нет, я сойду с ума, чат.
Мне надо дойти до магазина. Наступил на кинжал, сменил меч на кинжал. Ну, я буду как бы все-таки отстаивать факт того, что, скорее всего, это только половина моей вины. Такая, на этом этаже музыка намного быстрее. И намного больше скелеты. По-моему, я бомбу с мисплеил, потому что можно было, наверное, сундук бомбы открыть. Как я получил 3 урона в одной комнате? Вопрос, который заботит несколько поколений уже. Я нашел способ догнать слизь. Кольцо удачи, низкие цены в магазинах. А это что? И то, и другое. Защита от летучих мышей. У нас есть защита от летучих мышей. У-у-у, я усатое привидение смотрю. Берегитесь, жулики. ПС, у тебя там в названии ошибка. Должно быть, мы не ценим своих сотрудников. ППС, да, я злопамятное привидение. Рейнвар, спасибо тебе огромное. Рейнвар Призрак за донат 48. Спасибо большое за поддержку. Чертовы красные скелеты, я ненавижу скелетов. Скелеты — худшие противники в истории человечества вообще. Они самые ужасные. Спасибо тебе большое. Какая ошибка? Нет, никаких ошибок. Мы ценим сотрудников, Рейнмар. Йоу, я убил всех. Окей, 88 денег. Если мы найдем магазин, в котором есть хилки, мы выживем. Магазин осталось найти. У меня такое чувство, что в эту игру лучше играть на каком-нибудь танцпаде. Это был мимик! Это был чертов мимик. Ну. Два кристалла, чтобы потратить хорошее. 12 кристаллов, следующее сердце. Окей, мы купим сундук. И тут они. Мне нужен какой-нибудь танцпол или что-то такое, чтобы ногами выбивать ритм. Я на вечеринках танцую, мы когда с тобой так весело танцевали. Слишком много. Я думала, мы друзья, а ты меня убил. Гульнул. Слизька бунтовщик, прости. Прости, слизька бунтовщик, ничего личного. Если бы... С другой стороны, какие претензии могут быть ко мне? Получить дополнительный мини-босс. Детка, магия вверх и вправо. Как странная магия. И у нас есть палаш, это победа. Палаш — это лучшее, что у нас может быть. Нет, чертова обезьяна, уйди. Меня поймала обезьяна. Минотавр бежит сюда по прямой. С ним проблем не должно быть. Микрофон сбил. В таком случае, стоило написать: мы ценим своих сотрудников в качестве корма для аномалий. ПС, они светятся. У меня реально мозг просто перегружен сейчас. Вообще перегружен. 3000% нагрузка. Батарея перегрелась вот на полную катушку. Спасибо, Рейнмар. Спасибо, Рейнмар, тебе за донат.
Ну, слушай, мы же, когда на работу принимаем, мы же не говорим, какая окончательная цель приема сотрудников на работу, правильно? Поэтому... А с людям, которые не хотят со мной воевать? Ну, если бы вы не хотели со мной воевать, мы бы могли, например, найти себе другую работу. И не сидеть в этом подземелье. Какая большая слизь. Свиток гигантизма. О. А это что такое? Требует жертв. Требует жертв. Что я не могу жертву никакую принести. Я гигантская девочка. Очень большая. Иди сюда, скелет. У тебя нет шансов против моей мощи. Минотавр, добро пожаловать. Сегодня твой последний день. И палаш. Окей, у меня новые худшие противники, кстати. Новый худший противник во всем мире — это обезьяна. Обезьяна просто трэш. Ее нужно удалить из вселенной. Секретка? Привет, Варлок. Привет! Привет, Водрос Леволос. Здравствуй. А мы тут танцуем. Присоединяйся. Танцуй. Тест на IQ. Ваш IQ 3. Чат, я не уверен, что IQ это... Я не уверен, что IQ это то, как ты можешь играть в ритм. У меня большие сомнения, что IQ так определяется. Я, по-моему, я никогда не проходил тест на IQ. Но я уверен, что это не так проходит. Ты заходишь в кабинет к психологу, он тебе включает музло и такой: танцуй! Я сказал, танцуй! Это было бы круто, если бы это так было. Но... Прямо вот уверен, что это не так. Окей, мы живы. Я даже убил скелета без получения урона. Йоу, возможно, этот забег имеет шанс. Опять же, по-моему, для моего удачного забега нужен палаш. Обязательно, чтобы бить по диагонали. Джедай, спасибо за донат. Я буду с тобой честен, джедай. Прочитать любой донат, который... Не... Который... Не... Йоу, морковь! Который не разговаривает, я просто физически не могу. Это нереально. Обезьяны, бежим. Нет! Я прочитаю его потом. Спасибо тебе большое. А может и сейчас. Просто в Чириптовце Nature Dungeon нельзя играть, если на ухо наступил медведь. Потоптался на нем, станцевал чечетку, позвал братков, те выпили, провели свадьбу. Да, все верно. Вот у меня примерно... У меня примерно такие же мысли. Мы нашли купон, я думаю, дает, как в Айзеке, бесплатно один предмет. А еще я понял, что делают летающие коровы. Летающие коровы бессмертны какое-то время. Ну вот этому дракону капец. Йо-хо-хо-хо. Изи килл дракона. Дрэгон Слейер. Называйте меня. Что это такое? Окей, это ловушка.
Я проверю, что делает предмет морковка. Хилит. И показывает карту. Йоу, нам нужен магазин. У меня 118 денег. Где торговец поющий? А, вот он. Реймар, не волнуйся, я отомщу за твою смерть, устроив полную анархию в комплексе, но только вместе с тобой, так что давай. Реймар, дух бесплотное единение. Добрый дьявол, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе громадное за... Спасибо тебе громадное за... Донат 32. Вы что, с Рейнмаром объединиться решили, что ли? Так нечестно, вас двое, а я один. Как я с вами должен бороться? Мне кажется, что даже главная проблема — это не ритм, хотя я постоянно вижу пропущен такт. Но еще одна большая проблема — это все-таки то, что в игру надо играть быстро, что я не могу. Я не могу постоять и подумать, как в каком-нибудь... Краун Трике. Ага, нашел магазин. Окей. Красный мужик. Я читал чат. Так нечестно. Но палаш пока что мое любимое оружие. Любимое оружие, это точно. И копье. И серебряная лопата. Ага, серебряная лопата умеет копать вот такие штуки. Нет, не умеет. Сегодня мы за тебя. А нас рады. Мы же бунтовщики. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за донат. Спасибо большое вам за... Корова! У меня на пути стала корова! Я знал, как уйти от Минотавра, но там чертова корова была. Она прям стала... Я ее ударил вместо того, чтобы пойти вниз. Мы же бунтовщики. Спасибо вам за донат. Призвай сердечком. Спасибо вам за поддержку. Надо было вверх бежать, да. Окей. Мы пойдем откроем что-нибудь еще. Целых 3 кристалла. За 3 кристалла, наверное, можно что-то очень хорошее идти. Открыть. Я помогаю тренироваться на монстрах. Спасибо, не надо. Hello. Это и это. Надо было броню, наверное, открыть, да? Включить. Режим быстрого перемещения по фойе. Нет, спасибо. Окей. Новый план. Действовать не так быстро, не торопиться. Но я примерно начинаю понимать, как в эту игру играть. Первое, что нужно, это палаш. То есть главная задача на данный момент — это найти палаш. Если будет палаш, будут хорошие шансы, по моим ощущениям. Находим палаш, все будет хорошо. Если палаша не находим, можно прям сворачивать дискотеку. Кина не будет. Потому что с этим кинжалом я не знаю, что я смогу сделать. Но я могу покатить бочку на скелета. Скелет не согласен с моей идеей, что я буду катить на него бочку, поэтому я буду копать вокруг. Это дракон. Дракон без палаша. Но это будет проблема. Окей. Окей, я не понимаю. Так, как дракон ходит через раз. Значит, он прыгает, ты отходишь.
Он стоит на месте, ты его ударяешь. Отходишь. Ударяешь. Отходишь, ударяешь. Чего? Почему фест плотный? Я вполне себе плотный. ПС, люблю реализм в этих ваших играх, когда серебро и золото принимаются более прочным, чем железо. Не, ну а чего, дороже ведь, значит явно прочнее. Конечно. Рейнмар, спасибо тебе огромное за донат 48. Спасибо тебе большое за поддержку. Естественно, самая лучшая броня — это золотая. Именно поэтому бронежилеты все самые лучшие делают из золота. Если вы не знаете, чат, лучшие бронежилеты, они все золотые. Какая подлость! Эта стрелка бросила меня. Что случилось? Что я сделал с этой головой? Получи неизвестное оружие. Что? Неизвестное оружие? Хилка. Кобура. Наверное, курицу надо было оставить. Магазин, дай мне факел. Включи дискотеку, выключи дрожание экрана, после забега зайди в выбор персонажа и выбери барда. Танцуй так, как будто никто не видит. Фу, хитарохром, спасибо тебе большое за донат, 32. Так, хорошо, мы включим дискотеку. Выключи дрожание экрана. Танцуй. Енот Некромант, спасибо. Спасибо тебе огромное за донат 59, Енот Некромант. Большое тебе спасибо за поддержку. Так, настройки графики. Где дрожание экрана? Чат, показ сердца, полоса ритма, дрожание экрана. Вот оно. Спасибо, спасибо. О, выбери барда. Спасибо, Енот Некромант, тебе за 69. Благодарю. Ой, какая дискотека. Ну, я понимаю, почему они ее просили отключить. Могу понять. Ну, не просили, а говорили, что надо бы отключить. Такая уж дискотека. Меня не пустили в кино. Сказали, сплошными нельзя. Вызвали полицию. Ничего не хотели слышать насчет того, что Варлок сказал, что без сплоша кино не будет. Хорошо, что я призрак и просто исчез. Ренуар, призрак. Ты все-таки взял палаш, а? О. Спасибо. Спасибо тебе большое за донат 48. А золото нам не нужно? В смысле не нужно? А я что, золото не собираю, что ли? Я же собираю золото, нет? Я не знаю, что дают ножны. Ножны влево-вправо. Ножны влево-вправо. Я вооружился другим оружием? А, я вооружился неизвестным оружием. О, у него дальность 2. Типа крюк? У тебя 2 оружия. Ау. В ножнах второе оружие. Принято. Йоу, я знаю.
Оружием с дистанции будет очень легко победить дракона. Ого, по-моему, оно очень много урона наносит. У него дистанция 2 и урон 2. Окей, я нашел имбу. Неизвестное оружие — это копье на 2 урона. Отлично. Это то, что нам было нужно. Хитрохром, спасибо тебе громадное за... Громадное тебе спасибо за... Подарочную подписку. Громадное тебе спасибо, чувак, за поддержку. 24-я подарочная подписка. Сколько можно? Спасибо тебе большое. Йоу, мы это делаем. Я сейчас включу енота некроманта. Енот некромант будет чат. Только я должен быть в фокусе. Я не могу остановиться. Без шуток. Если я сейчас остановлюсь, я чего-нибудь потом смисплею. Я вроде бы вошел в ритм. Еще у нас имба копье, но я вошел в ритм. Я все еще жив. Там сыр. Там не сыр, там что-то другое. Знаете, что я придумал? Я с большой дистанции клик пальцем нажимаю на клавиши. Я стучу. Вы, наверное, слышите в микрофон. Окей. Я попробую починить подписки. Одну минуту. Хитрохром, огромное тебе спасибо. Опять, блин, что-то какие-то проблемы с этими подписками. Я не понимаю, почему. Вообще не понимаю, почему. Окей. Они должны теперь начать работать. И нам нужно включить. Нам надо включить енот некроманта. Вот он. На книжных полоскурах. Енот некромант, предводитель темных сил. Енот некромант. Фу, спасибо, спасибо, Хитрохром. Что будет, если он не так будет двигаться? Ну, я ход пропускаю, я так понимаю, если пропускаю. Ого, у меня кнут. Чат, кнут что, самонаводящийся? Вау. Правильно ли понимаю, что кнут самонаводящийся? Какая-то имба. Он бьет из-за угла? Вау. Окей, это то, что нам нужно. Посмотрите на этот имбокнут. Теперь я Индиана Джонс. Королевство хрустального некроденса. Okay, это был пропущенный урон. Йоу, это первый пропущенный урон за очень долгое время. Все замороженные были. Наверное, не надо было их вот так вот брать и размораживать, да? Окей. Я пропустил много урона на быке, как обычно. Но бык... Новости с полей. Меня плита толкнула вниз, потом меня ударил бык. Енот некроденсер, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Скелет в ловушке. Спасибо тебе огромное за донат 69. Енот, я стараюсь тут. Я стараюсь вслушиваться в ритм.
Музыка только что замедлилась почему-то. О, боже мой. Я так и не понял. Я так и не понял, как работает кнут. Здесь есть большой кнут. Мне его надо купить будет. Попытаться. Или за сотку максимальное хп, я так понимаю. Йоу, это копье. Нет, дайте мне копье. Оу, е. Это что такое? Улыбнется, удачится, получите предметы. Перчатка, обезьянья лапа. Можно поиграть. Факел. О, мы потратили все деньги, но мне оружие уже не нужно. Низкие цены в магазинах. Макс ХП мы не купим. Я не насобираю, наверное, сотку. Туц-т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 уц. Фулл туц бил. Так, у меня факел лучше, чем этот. Буду есть шаурму под стрим Варлока. Приятного аппетита, хьюман. Мисплей? Ты вроде шаурму ешь, какой мисплей? Ты еще и за мисплеями следишь? Ешь шаурму. Или ты грязными руками нажимаешь на клавиатуру? Будет жирная клавиатура. Варлок. Чего как кан-не-кан? Чего скажешь? Как тебе такая вечеринка? Я тут вообще умираю. Кан-не-кан, спасай меня. Нет, серьезно. Это какой-то писец. У меня этот вообще крыша едет. Потихоньку схожу с ума. Хилки, хилок нет. Есть корона. Корона телепортации. Есть броня. Окей. Круг почета. И лопата. Метроном включи на телефоне. Метроном включи на телефоне. Я знаю метроном предмет. Я не знаю. Там битрейт 120 ударов. Думаешь, мне это поможет? Потому что, чат, вы думаете, я играю в ритм, но я не слышу ритма. Для меня я играю... Я просто стараюсь с определенной последовательностью нажимать на клавиши. И типа получается... Как будто в ритм. Где я? Куда меня телепортировало? Что происходит? Корона телепортации! Ах ты гадина. Но она заблокировала урон. Она одноразовая, походу. Стенку? Что стенку? Вот это? Оу. Продать один из ваших предметов. Спасибо, не надо. Это обезьяна. Обезьяна, благодарю, не нуждаюсь пока в ваших услугах. Хилься. Это, наверное, хорошая идея. Это точно хорошая идея. Я хотел сказать. Нет, это ловушка! Так вот, куда мы себе положили. Мы же бунтовщики, спасибо вам. Спасибо вам за донат, 32 сердечка. Дракон, о нет. Это босс-арена. Но у меня копье. Йоу.
копье с уроном в 2 меня устраивает. Свиток гигантизма. Просто использую его. Огромная гигантская девочка, которая танцует. То, что нужно. Отличная вечеринка. 30 монет. Йоу, сотка монет. В идеале я бы хотел найти магазин и купить какую-нибудь фулл-хилку, если они тут есть. Летающая корова, ноль проблем. Блин, ритм ускорился. Теперь у меня какое-то другое копье. О! Мой главный враг. Нет! Ты не можешь умереть еще раз. Нет! Меня на него кинула плитка. Okay. У нас есть два кристалла. Тут еще что-то по два кристалла продается вообще или нет? Hello. Есть мясо. Этот предмет можно найти в сундуках. Спасибо, игра. Корову не надо бояться, она не повернет. Ее можно избивать, пока она бежит. Это хорошо говорить, когда ты с той стороны коровы. Когда корова не возле тебя и не бежит на тебя. Это типа, как когда ты смотришь, как там этот выступает Торреро. О, ну, смисплеил, надо было красным плащом махать, чтобы быка отвести. А как тебя выпустить на арену с коровой? Так совсем по-другому ощущение. А он с той стороны экрана, конечно, хорошо. А мы тут с коровой закрыты в этом пограничном пространстве. Знаешь, как страшно. Привет, Виктор. Добро пожаловать на стрим. Виктор, может, ты меня спасешь? Тут происходит непонятно что. Надо было подавить. А, по-моему, это бык. О, вот он. Окей, не мисплей. Уходим от него налево. Оп, бьем. О, я убил корову. Мы это сделали, чат. Я сохранил хладнокровие. Спасибо вам, что пнули меня. Я сохранил хладнокровие. Йоу, я не знаю, что лучше, палаш или копье. Возможно, копье лучше палаша. С копьем, наверное, легче играть. Ты должен думать только по прямой, но просто на расстоянии двух клеток. С палашом все-таки нужно думать диагонально, а диагонально думать сложно. Думать по прямой намного легче, чем диагонально. Мне больше нравится. Кнут лучше. Я так и не понял, как кнут работает. Я видел, что он бил противников из-за угла, но я не понял, как именно он нацеливается на них. О, мышки. 4 единицы урона может сломаться. Окей, это типа стеклянный меч. Честно, он меня не особо интересует. Может сломаться, звучит как очень плохая идея. Скелет в ящике. Мне нужен магазин. Где магазин? Так, тебе нужен метроном? Я не знаю, что он делает. Чат, что такое метроном? Я знаю такой предмет в Ганжине. Я знаю такой предмет в Айзеке вроде тоже есть. Я не знаю, что он делает в реальной жизни. Выстукивает ритм? В смысле выстукивает? Стучит в такт? И чего с ним делать? Стучать? Метроном качается в такт? И чего я с ним буду делать? Типа поставить себе... себе на голове нарисовать? Метроном музыкантам нужен, чтобы учиться в ритм играть? Нет, это что-то звучит как уже слишком сложно. Я тогда, смотрите, еще музыкантом стану.
Что мы будем делать, если я музыкантом стану? Обезьянья лапа. Слушайте, ну у меня начинает получаться уже. Йоу, максимальное здоровье. И шикарно. Чат, посмотрите на этот перформанс. Я уже практически не делаю мисплеев по ритму. Ну, комедийный тайминг я только сказал и сразу сделал, но намного меньше. Посмотрите на этот перформанс. По сравнению с тем, что было в начале, по-моему, очень неплохо. И еще максимальное здоровье. У нас столько максимального здоровья. И знаешь что? Дай мне эти туфли. Стеклянные туфли. Что они делают, никто не знает. Мне бы еще 10 голды, я мог бы купить яблоко и похилиться. Ага, я вижу. Я вижу там мужика. Мужик, дропни ему 10 голды. 5. Это мимик! Но он дропнул факел. И вот еще мужики. У меня есть 18 колды. А оно того не стоило, потому что я хп потерял. Ну, то есть я и килку куплю, но в итоге я ее съем и восстановлю то хп, которое я потерял, пока фармил на хилку. Но мы послушаем за то, как поет торговец. Давай, торговец. Круг почета. Ну. Рота, запевай. Не дает. А что будет, если заканчивается музыка? Это какой-то штраф есть, или ты просто падаешь вниз? Ну, типа на следующий уровень переходишь. Насколько важно заканчивать этаж до того, как кончится музыка? Ты теряешь вещи, падаешь на босса, но я только что не упал на босса. Я вроде не потерял вещей никаких. Кто прыгнул на чертову проклятое сердце? А это ритм, что такое? Чередование каких-либо явлений, например, звуковых или речевых, происходящие с определенной последовательностью, частотой, скоростью движения, совершение чего-либо. О нет, там тупик. Минотавр застрял. Окей, мы его сделаем сейчас. Минуту. Глупый минотавр застрял в ящике, я выпустил зверя. Я смисплеил минотавра, но я жив. Я, по-моему, смисплеил в последний момент. Хидрогром, спасибо тебе огромное. Я возьму эту саблю, возможно, она будет меня хилить. Она похожа на саблю, которая хилит. Хидрогром, спасибо тебе громадное за... Спасибо тебе громадное за донат 32. Спасибо большое. Ритм, чередование явлений. Звуковых, речевых. Но я не слышу ритма. Я слышу классную музыку, но я не слышу, где в этой музыке ритм. Понимаешь, в чем проблема? Я не шучу. Вы думаете, я с вас прикалываюсь, чат? Я реально не слышу ритм. Я не прикалываюсь. Я просто слышу хорошую музыку, которая мне нравится. Но где этот ритм, я вижу только по стрелочкам. Памятник танцера, скажу секрет. Если сундук не просто стоит на месте, а слегка пританцовывает в такт, то это минус. Магазин закрыт. Пустите. Блин. Слизька бунтовщик, спасибо тебе большое. Спасибо тебе огромное. Нет, мне нужен... Оу, круг почета. Слизька бунтовщик, спасибо тебе огромное за донат 32 сердечком. Сундук не просто стоит на месте, а слегка пританцовывает, это мимик. Принято, спасибо большое. Так, у меня одно проклятое сердце. Тебе точно нужен метроном. Coral Riff.
там удары, которые громче всего остального. Да нету там ударов, которые громче всего остального. Чего вы мне рассказываете? Босс — коралловый риф. Но мы дошли до босса. Музыка огонь, конечно. Вообще огонь. У меня одно сердце, и я умер. Но мы дошли до босса. Я много очень на Минотавре потерял. Я очень много на Минотавре потерял. Я не должен был столько на Минотавре на том терять. Hello. Барда. Хорошо, выбор персонажа. Мэри, Темпо, Ноктурна, Бард. Вижу Бард. Режим Барда. Без ритма. Двигайтесь как угодно, вас будут преследовать враги. Ну, это без ритма, да? В чем смысл? Ты и так без ритма играешь. Бард — это изи мод без нормальной музыки. Окей. Типа просто играешь и все. Но это не то. Окей. Обычная игра, да. Возвращаю, добро пожаловать обратно в ад. Что я могу за один кристалл открыть? Свиток. О, тут свою музыку можно? По идее, да. Насколько я знаю, можно свою музыку добавить, и типа оно будет высчитывать ритм твоей музыки, и ты будешь играть с ритмом своей музыки. Но опять же, я особо этого не могу сделать, потому что мы стримим. Я могу только ту музыку поставить, которая у нас на вставках идет на экранах между играми. Но там не такая музыка, которую стоит играть. Но если вы дома, то вы можете любую ставить. Любую. Насколько я знаю, там MP3-шки просто добавляешь.
Барлок, к сожалению, играть не бардом без чувства ритма нереально от слова совсем, а у тебя именно так. Я помню, когда я начинал играть в Slay the Spire, мне говорили, что играть в карточные игры без математики и понимания базовых принципов построения колоды нельзя от слова совсем. И тем не менее, 20-е возвышение на хардкоре. Так что, я имею в виду, у меня в принципе в жизни такое отношение ко всем таким вопросам, что если очень долго биться головой об какую-то стену, ты рано или поздно ее пробьешь. Поэтому такими глупостями, как нельзя, нас не остановишь. Чат, главное верить в себя. Так что отбросить сомнения. Вон, как торговец поет. Голову, говорите, пробьешь, а не стену. Ну, я говорю, все зависит от настроя. Мотивационная речь. Верить и мисплеить. Окей, пошли. Слушайте, ну мы уже первый этаж проходим более-менее нормально. Ой, окей, надо перестать так делать. У меня даже проблема не столько в ритме еще, а сколько в том, что я с противниками неправильно поступаю. Так, я вижу сыр в магазине, это меня интересует. Я вижу кольцо, очень интересует. Привет, Минотавр. Прощай, Минотавр. Нормально, нормально, чат. Всего лишь два урона получены. Сейчас мы купим сыр, и все будет нормально. О, я вижу еще золото. Изи. Мышки. Еще шмот. Ага, кольцо обмена. Морковка. Тестим, что за морковка. Хилка, да? Хилка на один. Так, перед тем, как идти в магазин, я в магазин возьму кольцо скидки, а потом возьму то кольцо обратно. Можно все, но только без полива. No game, no life. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное за... Да ёпер СТ. Что я всё мисплею. Спасибо тебе огромное за донат 80. Я с тобой согласен. Можно все, только без смотрева. Ну, не все. Ну, прям не все-все, но в разумных пределах. Получи неизвестное оружие. Так, он мне дал это копье, которое 3 урона на расстоянии наносит, да? Что я отдал этой штуке, я не понимаю. А, стоп, это не копье. Теперь неизвестное оружие — это меч. Я упал вниз, я потерял свой палаш. Чат, у меня вопрос. Что такое... Ага, мне в магазин не зайти без бомбы. Что такое проклятые сердца?
ножны, почему не взял? Я думал, они закрыты в той штуке. Дракон ближе. О! Это был новый дракон. Новый улучшенный дракон. Версия. Дракон же? Да, ну до этого у нас драконы все были мирные. Но они просто были зеленые и ходили. А этот дракон дышит какой-то фигней прям в лицо. Окей. Я начинаю примерно разбираться в игре. Многих противников можно победить просто если знать, как они работают. То есть если знать их схему передвижения, ты можешь их убить без получения урона любым оружием. Если все сделаешь правильно. О, курочка. Курочка хилит на 3. Йоу. Угу. Я вижу копье здесь. Копье и максимально... А, нет, это не максимальное здоровье, это, наверное, просто хилка. Дисплей. Ну, у меня есть палаш теперь. Может быть, копье и не нужно. Все-таки палаш, мне кажется, мне больше нравится. Шел второй час, варлок только начал разбираться в игре. Да, но, блин, у меня ушло 2 часа на то, чтобы начать расчехляться, как работает этот ритм. Это хилка. Это максимальное хп все-таки. Окей. Но оно пустое. Оно пустое, вот почему оно такое дешевое. Okay. Задача на этаж. В принципе, нафармить просто денег, потому что в магазине я не буду ничего больше покупать здесь. Этот магазин меня полностью устраивает. Ну, то, что мы в нем купили. Копье я не буду брать, по-моему, это трата денег. У нас есть курочка. Курочка это хил на... Это хил на 3. То есть, если еще одно сердце потеряем, может, мы его и не потеряем. Можно... Можно будет... Это дракон. Проблема была. Если еще одно сердце потеряем, можно будет отхилиться хорошо. И там еще предмет. Быстрее, бомбу. Секрет жизни, зелье. Что за зелье? Как посмотреть предметы? Таб? Наверное, никак, да? У тебя ушло 30 лет, чтобы разобраться, как работает ритм варлок. Но зачем мне нужен ритм? Зачем в обычной жизни разбираться, как работает ритм, чат? Ну я все понимаю, что типа прикольно. Танцевать можно. Но я не танцую. Я танцую, но то состояние, в котором я танцую, там без разницы, как я танцую. Я уже давно не танцевал, скажем так. Очень давно. Шара, амулет-бомб. Поэтому... Зачем нужен ритм? В принципе. Для чего он используется? Варлоку, о, господи. Чеканной монетой. Вся музыка. Вся музыка. Огромное тебе спасибо, No Game, No Life. Спасибо тебе гигантское за гигантский донат. Во.
777. Спасибо тебе большущее за поддержку, чувак. Благодарю тебя. Донат, вот такой донат ведьмаком. Спасибо тебе большое. О, пустая комната. А, у нас здесь секретки кругом. Я нашел магазин. 114 золота. Окей, покупаем хилки на запас, если они есть. Нету. Тогда сапоги. Факел. Этот вроде бы лучше. Нет? Если честно, от Донаста минус суши. Этот. Ну, с музыкой из Некродансера он плохо складывается. Вообще никак. Окей, мы готовы. По-моему, этот этаж достаточно зачищен. Оу, бриллиант. Спасибо тебе, громаднейший No Game, No Life за 777 еще раз. Благодарю тебя. Окей, я мисплею ХП. Надо собраться. Здесь не такие сложные противники, мы их все знаем. Летучие мыши, скелеты, слизни, никаких проблем. Пока нет большого дракона красного цвета, меня ничего не боюсь. Куча ловушек. Ритм нужен, чтобы писать красивую музыку. Вот, так, ну я музыку не пишу вообще никакую, ни красивую, ни некрасивую. Поэтому мне вроде как не обязательно. Правильно? Свинцовые сапоги. Поэтому я как-то без ритма обходился 32 года и ничего. Думаю, еще 32 обойдусь. Ну, хотя вот мне нравится играть в Некродансе. Так-то прикольно. Ничего не могу сказать. Мой друг, 17:00. Спасибо, мистер Ай. Что следишь за временем, благодарю тебя. Большая обезьяна, уйди, там же бык. О нет. Хватит мисплей. Я нажал вниз. Чат, я нажал вниз. Какая игра? Слушайте, ну, она прикольная. Да, музыка хорошая. Ничего не могу сказать. О, это только первый этаж. Чат. Что значит, и это только первый этаж? Сколько здесь этажей? Я так нормально прочувствовал, мне первого этажа, знаешь, как хорошо хватило. Босса есть другие зоны. О, ну мы только два трека послушали, потому что я понимаю, что на каждый трек отдельный этаж.
Чат, игрушка классная. Но опять же, я не слышу ритм. Окей, мне надо изучить, загуглить, что такое ритм. Сделаем так. Я не погуглю, что такое ритм, найду этот ваш метроном, чего бы он ни делал. Пойду на рынок, куплю себе метроном, попробую, поработаю с метрономом, узнаю, чего он делает. Потом мы, может быть, в нее вернемся. Потому что я пока что не понимаю. Вот это как говорить человеку, который... Я не знаю, который никогда в машину не садился, как по шоссе доехать куда-нибудь. Стример не музыкант? Да стример, походу, вообще не человек. Я понимаю, один я не слышу ритм. Все вокруг ритм слышат, а я не слышу. Что за несправедливость? Где мой ритм? Игориус, спасибо тебе за донат. Игориус, ты мой ритм не брал? Варлок, не обязательно было мисплеить так много и байтить на покупку. Я и так пошел покупать игру. Я не мисплеил. Тебе... Я очень рад, что тебе игра понравилась, Игориус. Ритм не слышать, надо его чувствовать. В смысле? Что значит его чувствуют? Чем его чувствуют? Каким? Каким местом надо чувствовать ритм? Ты можешь не слышать его, но чувствовать его. Что за безумие? Чат, что происходит? Я что, всю эту жизнь был идиотом? Головой? Ты чувствуешь ритм как... Нет, я вижу, что делает Cat Jam. Я тоже люблю музыку как Cat Jam. Я также люблю музыку как Cat Jam. Я киваю головой под музыку. Я когда ходил на концерт Короля и Шута, я вот так делал. Ели мясо мужики, пивом запивали. Но это же не ритм. Это ритм. Это и есть ритм. Это не ритм, это слова песни. Чат. Короче, я что-то пропустил, пока развивался. Мама, ты смотришь? Мам, ты чего меня ритму не научила? Кушать научила, гулять научила, в туалет ходить научила, а ритм пропустили. Ты поешь под ритм. Но я пою не ритм. Я, когда пою, я пою не в ритм. Я просто пою по памяти слова каждой песни отдельно. Ритм — это промежутки времени, в которых музыка дублирует себя. Ритм — это промежуток... Что? Когда в музыке чувствуешь, как качает тут-тут-тут, это ритм. Но мне не это нравится в музыке. Мне нравится в музыке то, как она звучит. Короче, я все, чат. Спасибо вам, что вы меня в эту игру пнули проиграть. Я теперь понял, что мне чего-то в этой жизни мне не хватает, и мне есть что-то новое изучить. Пойду покупать завтра метроном. Теперь я каждый раз буду слушать музыку и пытаться услышать ритм. Что за дела? Чат сломал Варлоку понятие музыки. Абсолютно верно. Я сегодня утром проснулся. Я думал, я понимаю, что это музыка. Прошло полдня, 5 вечера. Все, у меня весь мир рухнул. Чат, вы понимаете, что вы мне сегодня сломали этот все представление о мире вообще? Мне теперь заново учиться, заново вообще понимать, как работает человечество. Может, я всю эту жизнь был как слепой или глухой. Танцы кончились. Бунт, 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 бунт,
бам. Что за взрыв? Опять аномальные разведчики накосипарили. Мыши бунтовщики, спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за донат 32 с сердечком. Мыши, может, вы хотя бы тоже не шарите в ритмах? Может, я не один? Ну-ка, спасибо вам, мыши-бунтовщики. Аномальные разведчики, да, накосячили. Варлок, короче, мы с тобой слышим наружную часть музыки, а ритм — это что-то внутри нее, за гранью нашего понимания. О, No Game, No Life, ты со мной, да? Ты со мной, да? Отлично, спасибо, хоть кто-то меня понимает. Качай головой под музыку, если можешь, значит шаришь за ритм. Вот сейчас я слушаю музыку из Hotline Miami. Тут, блин, 8 нот или 7 нот в этой мелодии, или 5 нот. Это Hydrogen. Вот это тук-тук-тук. Семь нот, не 8. Но здесь он очень громко. Но в Hydrogen'е он очень громко стучит ритм. Он как удары по столу. Но если мы включим какую-нибудь другую музыку. Ну окей, это Hydrogen. Это ладно, но здесь ритм четко слышно. Но если мы включим, например, Sweet LA. Если мы вот это... Ушел.